Сегодня около 14 часов дня напротив торгово-развлекательного комплекса «Молл Парк Хаус» прогремел взрыв. ЧП произошло на втором этаже автомойки. Как рассказала ВДТВ старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Наталья Куницкая, при взрыве погиб один человек. Еще двое получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Волгоградское следственное управление уже начало доследственную проверку по факту взрыва и гибели человека. Причины взрыва и характер взрывного устройства устанавливаются. Взорвалась граната в одном из кабинетов офисного помещения, которое расположено на втором этаже этой автомойки, в здании автомойки. В кабинете находились два сотрудника этого офиса, они пострадали, их госпитализировали в реанимацию. Человек, который погиб, он никакого отношения не имел к этому офису. Возбуждено уголовное дело, часть 1, статья 105.